Судьба книги в регионах очень непроста сейчас. К сожалению, большое значение в этом вопросе играет еще возможность, покупательная способность населения, которая падает, к сожалению, ввиду вот высокой инфляции сейчас. Вот. И, конечно, выживать региональные книги сейчас сложнее, чем ранее. Хотя великолепно, что книжное дело все-таки не медленно, но развивается. И мы видим ряд, целый ряд очень интересных изданий, которые не только издательства издают, но и даже авторские издания. Вот, например, издание, посвященное истории нашего университета, которое издано частным лицом, фотохудожником нашим тверским. Вот, но очень важно, что книги местных издательств, чтобы книги местных издательств, они приобретались не только населением, но и библиотеками. Потому что библиотеки, особенно школьные, нуждаются в таких изданиях. Учителя нуждаются в таких изданиях. И, конечно, районные, городские районные библиотеки, они просто... Это то место, где наши... Просто люди могут прийти и прочесть то, что недоступно, потому что не каждый может книгу купить за 500, 600, 700 рублей. Вот. А в библиотеке он может ее подержать, полюбоваться и прочесть. Вот это очень важно.